В Стамбуле прогремел сильный взрыв. По данным на этот час, 11 человек погибли, из них 7 полицейских и 4 гражданских. 36 человек ранены. Генконсульство России сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших наши граждане. Устройство сработало на автобусной остановке в старой части города в самый час пик. В этом районе расположен главный университет Стамбула. По данным местных СМИ, целью атаки был патрульный автомобиль полиции. Подорвана самодельная бомба с дистанционным управлением. После взрыва раздались звуки выстрелов. Улицы перекрыты, остановлено движение автобусов. К месту уже прибыли машины скорой помощи, саперы, а также губернатор города. Пока ответственность за теракт на себя никто не взял.